Мама и Паша. Вам привет от Татоши. Мы нагулялись. И Татоша решил прикурнуть немножко одной из своих счастливых лавочек возле церкви, которая на берегу Святого озера. Там она вдалеке гуляет. Родители молодые с площадки. Сегодня в Москве пасмурно. Видать, солнце вчера отдало все свое тепло и лучи 1 мая. Сегодня у него выходной. Так же, как у папы и у Татоши. И у Татоши тоже. Ладно. Всем добрых выходных. Пока.